Возникло дикое желание позвонить людям в черном, потому что тут дело явно не чисто. И эту штуку нужно вернуть на ее планету. Заодно и память стереть наблюдателю. Из богомола наружу выползают огромные черви. Это паразиты-волосатики, которых богомол носил в себе несколько месяцев. Они пожирали его питательные запасы изнутри, но не трогали органы. Они могут развиваться почти во всех хищных насекомых. Этот паразит попадает в тело хозяина в виде микроскопической личинки, вместе с пищей, будь то другое насекомое или растение, которое поедает будущий хозяин. По достижению зрелости и размеров до полуметра паразит берет под контроль своего хозяина и во что бы то ни стало заставляет его искать водоем. Как только червь чувствует лужу, реку или озеро, он покидает свой инкубатор. В воде они продолжают цикл и спариваются толпами, образовывая узлы. После одна самка отложит миллионы яиц в виде белых шнуров, которые повторят путь своих родителей. Как правило, после выселения квартиранта хозяин остается жив, но если не утонет.